Яично привет, дорогие друзья, с вами Димас, King of Fire, Ассасин, Стаканчик, пацаны, поздоровайтесь. Всем привет. Привет. Наконец-то настал тот момент, когда мы записываем самую крутую рубрику на планете, какой аниматроник самый быстрый. Если пейте, кушайте, приятного аппетита, а мы будем начинать, будем все детально рассматривать и не пропускаем никаких мелочей. Ну а в конце ролика, конечно, мы же узнаем, какой аниматроник самый быстрый. Пацаны, вы готовы? Да. Давайте будем, вот приблизительно где стоит спаун, это будет полоска старта, чтобы мы одинаково стартовали, потому что даже каждый миллиметр играет большую роль. Все, давайте, погнали. Бонька. Вот туда будем бежать, к песочнице. Ты не туда побежал. Ладно, пацаны, давайте втроем побежим. Раз, два, три. Фокси, Боня. А, подождите, давайте отсюда забег сделаем. Давайте сейчас выясним на счет три, кто реально быстрее из вас. Потому что, мне кажется, Фокси был быстрее. Так, раз, два, три. Нет. Митчика застопила. Как вы думаете, Бонни быстрее был или нет? Эй. Так, хорошо, Фокси остается, а мы берем других аниматроников. Поехали дальше. Она всегда наелась. Ну да, она обожалась, а по кастрюлям бегала. Так, Чику, кто там за Чику играет? Так, подождите, у нас поломанный Бонни, Визеры, Чика уже... А, поменял на ту... Короче, давайте, начинаем. Раз, два, три. Теперь я самый быстрый. Так, Golden... подождите, подождите. Ты летаешь, ты же Голден Фредди. Давайте еще раз. Раз, два, три. Yeah. Да, я самый быстрый. Пацаны, берите других. А я буду за этого же бегать. Давайте будем, наверное, бежать туда к елке, потому что это сильно маленькая дистанция. Они только разгоняются. Будем туда бежать тогда. В ту сторону. Так. Вы готовы? Раз, да. Два, три. Фальшстарт. Не, ну пацаны, я быстрее, да? Ну прям очевидно. Ого, прям в жопу заехала камера. Ребята, ставьте лайкосик. Подписывайтесь на канал, потому что ролики выходят каждый день. Ну что, давайте, берите дальше туда других. Я буду за этого же играть, если я, наверное, буду фаворитом, победителем этой схватки. О, мне это нравится анимация. Смотрите, как башка садится. Давайте, пацаны, погнали. На счет три. Один, два, три. Эй, так у нас что, с тобой одинаковые? Да, у вас одинаковые. Эй, не бери такого, как... А, не, у меня нет такой анимации. Поэтому у нас разные. А ты из другого пилпака? Так, у нас следующий пилпак, который мы хотели проверить. Ну и, конечно же, он новый. Это у нас... Какой? Файсбир Ремастерет. Погнали, а их здесь очень много. Так, я взял Боньку. Вот. Отлично. Только давай по порядку брать, чтоб не в разброс. Ты видишь, ты взял сразу большого, далеко. Давай Чику бери. Вот. Окей, Чик. Раз, два, три. Эй, я вонючий засранец медленный. Чика, подожди меня. Такая скорость у них медленно. Я так вроде как бы стараюсь очень быстро бежать, но у меня не получается. Хорошо, ты пока мисс победитель. Берем а да. О. Golden Freddy. Во, я взял Фокси, сейчас будет жестко. Один, два, три. Я первый. А что у нас четвертый участник не участвует в забеге? А я не знаю, он это запасной. Вот он живой. Выбежал из кустов. Да нам какая-то, нас же и вдвоем могли бы записать. Это резервный игрок, как всегда, знаете, как в футболе. Да. Так, хорошо. На всякий пожар. Я не знаю, даже Golden Freddy выиграл или нет. О, я взял другого Golden Freddy с другого пилпака. Сейчас делаем соревнования. О, эндоскелет. Ну что, побежали? Нет, Golden... Нет, Fox. Ой, Golden скелет. Golden скелет мне, да? Раз, два, три. Ого, ребята, я, наверное, победитель. Ну вот да, это есть, ярый, точный, стопроцентный победитель. Так, берите дальше. У меня сейчас звук. Да-да-да, давайте, берите дальше, будем тестировать. Кто же быстрее его будет? Один, два, три. О, ты такой, как и я по скорости. Ты себе оставляй этого, а я буду другого брать. Так, давай, я буду этого брать. Сейчас будем проверять дальше. Так, один, два, три.
Ух ты! Ты знаешь, что тебе надо, наверное, взять в следующем ролике снять, как ты соревнуешься, или самые быстрые аниматроники, с мощными быстрыми машинами. Какой скоростью вообще бежишь? У нас же есть машины со спидометром, и там, мне кажется, километров 200, наверное. А чё спрингтрап такой мелкий и чика? О, почему я не знаю! Машины? 1, 2, 3. Так, Голден поломанный Фредди какой-то псих. Ну давайте я уж другого возьму. Или мне оставлять? Кстати, у нас с тобой одинаково бежит. Не, оставляй, оставляй, пока мисс ты победитель среди всех пилпаков. Мы же, ну, окей, ну, я все-таки хотел тоже других попробовать. Да я верю, поэтому я тебе не говорю, чтоб ты его брал. Вот одинаковые. Во, вот я не одинаковый. 1, 2, 3. Ой. Да, ты нереально очень быстрый. Я капец какой. Ой, ой. А главное, бишь вставим медленный, как я не знаю кто. А, ну-ка, давай. О, давай этого возьму. Ой. 1, 2, 3. Ого, я быстрый. Не, ну все-таки ты быстрее. Да, мне кажется, ты победил. Уже. Не, хотя мы будем дальше проверять. Не, может, все-таки найдется быстрее, чили пиздрик. Ну, я бы хотел. Я бы тоже. Вы готовы? Конечно. Фокси. Кошмарный Фредди или поломанный Голден Фредди. Ну и это, скорее всего, Фантом. Фантом, да, и Бонни поломатый. 1, 2, 3. Да нет, ты вообще псих. Давай хоть с Фокси сравнимся. Я и Фокси быстрее. Не, Фокси догоняет меня. Фокси быстрее Бонни. Вообще был одинаковые скорости. Так, еще Фокси есть у нас. А ты Фреддику взял, да? Визард Фредди. 1, 2, 3. Ты так стартуешь, какая-то нереальная скорость. Фантом быстрее. Да реально должна, знаешь, с тебя должна пыль прям вылетать. Огонь под ногами должен. Так, что мы, это получается тоже пилпак посмотрели. И последний пилпак, в принципе, тут, я не знаю, будет быстрый или нет. Балунбой. Хотя я помню, он тут быстрый. Так, Балунбой, Мангл. О, пусть будет Мангл эрорная, я знаю, что, почему, но она что-то эрорная. 1, 2, 3. Ого, Балунбой! Это реальная скорость, что ли, для Балунбоя? Так ногами передвигает. Смотри на мои ноги. А мне брать другого или оставлять? Не, оставляй, оставляй, потому что ты, наверное, будешь... Ну, а как мы узнаем победителя? Пока мисты в этот... Прям жесткий победейшн. 1, 2, 3. Не. Мы с тобой, знаешь, сейчас посоревнуемся в конце, когда если не будет в этих пилпаках. У нас есть голова, самая быстрая, фаворитка. С головой тебя потягаемся. Чика быстрее Бонни? Что? Да. Так, и последний. А, ну давай, давай тогда возьму ту голову, как я и говорю, только я не помню. Вот у нас есть самые быстрые. Давай. 1, 2, 3. А, не. Я ты поехался. Эй, не шуми. Так, сейчас я, короче, пацаны, найду голову и возьму эту башку. И мы за нее полетаем. Я знаю, где голова. Где голова? Вот это фу-ППР. Точно. Фу-ППР 2ВЕ. Вспомнил. Спасибо за подсказочку тебе. Ты готов проиграть? Давай. 1, 2, 3. Эй, ты мне врезался. Короче, ребята, у нас есть победитель всех аниматроников. Это говно. Блин, ну какой-то уже у нас еще был быстрый. Я вот не помню. Ну ладно, наверное, нету у нас больше. Ты самый не, вроде быстрый. Бы кошмар... Кошмарный? Вроде бы кошмарная марионетка. Блин, да, наверное, нету у нас. Ты самый быстрый. Не, есть кошмарная марионетка. Она обычно быстрая? Ну я не помню. Ну так давайте попробуем. Да нет, ты самый быстрый. Я даже не знаю, с кем тебя потягаться. Ты настолько быстрый. Ни с кем. Надо другие пилпаки искать новые. А может вот этот быстрый? А вот Скраб Бэйби. Не, Мань. Она медленная. Это Скраб Бэйби на роликах. Вспомнил, спасибо тебе за подсказку, да. Нет, это не она. Ну хотя она тоже быстрая.
Да, это она была, но она бы медленная, смотри. Давай попробуем. Давай попробуем. Один, два, три. Да, ну не, как-то неудобно, что не могу тебе выиграть нигде. Ну все, это означает, что самый быстрый. И, друзья, ну что ж, если вам понравилась эта серия, вы хотите еще, ставьте палец вверх, подписывайтесь на канал, комментируйте, ставьте руку ВКонтакте. Ну а всем отличного настроения и всем пока.